Всем привет! С вами Комаров Виталий. Опять я со своей распаковкой. Вот пришла вот такая бандурина. Здесь, короче, две пары обуви. Шнуры магнитные для зарядки Type-C телефонов. И плюс еще к ним сами вот эти вот наконечники, которые вставляются в телефон, дополнительные 5 штук. А еще здесь своего рода такой клатч, в который можно сложить все провода, всю фигню, чтобы все дело не мешалось. Ну, поехали. Так. Все это раскрывать. Ого-го. Посылка большая. Так, здесь, как я понимаю, тот самый клатч. Это обувь. И это шнуры для зарядки телефона. Миллионов нам китайцев сюда не положили. Так что выкидываем. Так, ну, наверное, начнем с обуви, да? Короче, жена у меня увидела рекламу по телевизору. Я на нее: погоди. Она потом говорит: а я это же самое нашло на Вайлдберрисе. Я: подожди. И, короче, самый дешевый мы нашли на Алиэкспресс. Практически две пары мы заказали по цене в рекламе, которая по телевизору была. Так что вот так. Ну, давайте распечатаем, что это за обувь такая. Вы ее посмотрите, скажете, хорошая, плохая. Но она такая непарадная, как я понимаю. Ну, вот первую пару обуви, 44-й. Мы брали на два размера больше. Потому что, говорят, они там маломерки такие. То есть вот 41-й, вот 42-й. 41-й, 44-й, 41-й как 39-й, а 42-й как 40. Фу, 44-й, как 42-й. Заболтался. Так, ну, распечатаем одни, хотя бы посмотрим, что за нафиг такая. О, здесь вот так вот запечатано. О, я кошелечек. Обалдеть. О, ну, вот такая вот обувочка. Вот так вот она внутри. Тут резиночка. О, какая подошва. Покажет, конечно, время. Но все-таки так по сравнению с рекламой в телевизоре, как говорится, в два раза дешевле. Ну, это нормально. Так. Ладно, это мы закроем. Потом еще будем мерить. В комментариях отпишусь, как это все будет. Кстати, в закрепленном комментарии будут ссылки на все эти товары, там, где мы их брали. Сразу говорю. Так, вот 44-й. Мы с женой себе взяли. Она когда цену увидела на них, она сказала: бери себе, мне и всем остальным. Вот мы себе взяли. До всех остальных пока дело не дошло. Тут даже бейджи какая-то. Да ничего, время покажет, как они носятся. Вылетело. Ну, обувь, можно сказать, на ощупь пока неплохая. Так, дальше что у нас идет? Клатчи. Своего рода, или там сумка, как она там называется, для всякого хлама, который нам может мешаться. Вот такая она вся сплюснутая пришла. Вот так это все выглядит. Опять же, напоминаю, ссылочка в закрепленном комментарии будет. Ну, вот такой вот пакетик. Или как его тут, он 2 сантиметра толщиной. То есть для проводов это должно хватать, и не только. То есть он сюда что-то можно позапихать. Такой вот замочек.
Ну, что вы сами смотрите, как. Ну, вроде тоже так ничего. Для дома пойдет. Так что практически что-то сюда можно положить. Взяли, положили, поклодили, наклодили. Как вам там удобно. Закрыли. Ну, вот такой вот он. Вот так вот он выглядит. О, сразу. Так что, ну, да нормально. Чего можно сказать. Наш такого не делает, не умеет. Покупаем китайское. Что теперь? Здесь вот. Видно, как ниточки просвечивают. Ну, честно сказать, хотя бы нашим так делают, да? Уж хотя бы так бы, хоть бы как. Ну, не хотят. Бумажка нафиг. Это бомба. Это рекламная, наверное, визиточка продавца. Вот там такая. Да. Так что так вот. Так, ну а теперь что, самые интересные шнуры. Я про них скажу кое-что такое, что многие не догадываются, которые, кто хочет покупать это дело. У них есть один нюанс. Раз. И два. Шнур. И три. Три. Шесть. Продавец. Я заказал, короче, пять. Не знаю. Не знаю, может быть, это все что-то сеть найдет. О. Семь. Вот. Один из них двухметровый. Мы сейчас с дикой ревностью посмотрим, как он заряжает, оселяет ли вообще. Ну что ж, распечатываем, смотрим, достаем. Так, это какой у нас? Это, наверное, метровый или 1.25 м, я не помню. По-моему, метровый. Вот. Ну да, этот шнурок метровый. Вот так вот он. Выглядит пополам сложенный. Так что метр в нем есть. Так, достаем одну штучку. Так, две в комплекте идут, и пять мы заказали. Да, подарков нам не положили, сволочи. Жадные. И он подарок будет большой и толстый. Так что вот так вот берем эту пимпочку, втыкаем телефон, и она здесь остается. Телефонка, зажгись. Сейчас посмотрим. Берем зарядник. Отлепить. Вот. Подключили к розетке. Лампочка горит. Телефон еще не загрузился. Так, и теперь какой у него нюанс-то есть? Если мы будем вот так вот отдирать, да? У меня на прошлом заряднике вот эта вот железка, она отлетела. И все. Я ничего это не мог никак это все дело восстановить. Но так что штука нормальная. То есть берем, подносим просто телефон. И он тут-то. То есть заряжает. И заряжает. Быстрая зарядка. Все нормально. Так, ну, достанем теперь двухметровый. Мне вот очень дико хочется посмотреть, как двухметровый будет заряжать, не будет. Достали вот туда. Шнур эту сторонку. И смотрим. Это двухметровый. Вот, честно сказать, вот, ну, насколько уж мне знания позволяют, шнур должен быть из витой пары. Да. Шнур двухметровый. Вот я его в 4 раза сложил. Вот он такой вот. Но давайте подключим. Будет ли он заряжать или нет. Так, внимание. Так, лампочка горит. И... заряжает. Какая зарядка у нас? Быстрая зарядка. Так,
Короче, все это дело работает. Вот, быстрая зарядка. Видно, нет? Вот как ее показать? Телефон заряжает. Но, короче, чтобы телефон соединить, его проще хлоп. И вот так вот просто. И упал. Когда вы ложите его на зарядку, например, какая-то вещь попадает, он может перестать заряжать. То есть, вот, например, раз вот так вот бросили, он у вас отлетел. Он может отойти, отлететь и все такое. Нормально заряжает. Так, ну вот. Все, мы теперь навтыкаем эти втыкалки во все втыкалки. Во все, что можно воткнуть, мы это все воткнем. И будет все хорошо. Естественно, плюс в том, что гнездо закрыто. Передача данных. Будет время, посмотрю, есть передача данных, нет. На моем кабеле передача данных была, без всяких проблем, все передавала. Так что можно только хвалить. Шнурами, обувью, вот этим чехликом, или что это за фигня. Ну, ребят, вопросов нет, я доволен. Мы вот, например, берем вот так вот шнур, хлоп, там или как. Взяли, намотали. Положили сюда, под резиночку, все держится нормально. Сюда еще можно пауэрбанк. Одели вон ту обувь, которую я доставал, взяли вот этот телефон и пошли. Как говорится, без всяких проблем. Ну, как двухметровый сюда войдет. Войдет ли он туда вообще? Двухметровый, двухметровый. Намотали, 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 намотали. Я вот его вдвое сложил. На, фигня. Ну-ка. Да, вот как он перекручивается. Перекручивается провод легко. Да, не, наверное, все такие перекручиваются. Вот двухметровый запихундили. Сюда, скажем так, сейчас пошла мода мелких пауэрбанков. Пускай будет телефон. Телефон. Телефон залазь. Телефон залазить не хочет. Ну, пауэрбанк пойдет, будет все нормально. Вот он у меня, кстати, есть. Уложили пауэрбанк, закрыли, или у кого там что есть, это все примагнитилось. Закрыли, все. Можете это куда-то в сумочку бросить и нести. Ну что ж, спасибо за просмотр. Все ссылочки будут в описании, вернее, не в описании, а в закрепленном комментарии к этому видео. И также мы еще там отчитаемся по поводу обуви. Все будет нормально. Так что до новых встреч, ребят. У меня еще много посылок. Может быть, еще что-то выложу. Не знаю.